Продолжим тему сотрудничества, которую в Казани оценили по заслугам. Первые результаты работы КФУ и научно-производственного предприятия ТАСМА были отмечены во Всероссийском научно-исследовательском институте авиационных материалов. Чего достиг научный проект, расскажут коллеги из Универньюз. Перед учеными проекта КФУ ТАСМА-218 стояла цель разработать новую, более эффективную технологию производства фотоэмульсий для аэрокосмических и рентгенографических пленок. Эта технология должна была повысить конкурентоспособность отечественной продукции на мировом рынке за счет снижения себестоимости и улучшения фотосвойств по сравнению с различными зарубежными лидирующими марками. В рамках этого проекта нашей задачей была разработка новой технологии синтеза фотоэмульсий для изготовления специальных фотопленок. Специальных – это для аэрокосмической съемки поверхности Земли. Второе направление – это использование пленок для целей дефектоскопии различных деталей, узлов, машин. И третье применение спецпленок – это медицинская рентгенография. Промышленная партия фотопленок, разработанных по стандартам, которые предложил проект, была выпущена в 2013 году и уже хорошо себя зарекомендовала в научной сфере деятельности.